Всем привет, ребят. Ну что, прошла обнова, и я дальше начал вам записывать видосики. Завтра будет обнова, точнее сегодня на русском сервере. Тоже будет интересный видос, сниму вам. Будем выбивать героя, как всегда. Возможно, на стриме посмотрим. Напишите в комментах, как хотите. Но, как видите, у меня силушка сегодня выросла. И, соответственно, я, как и обещал, покажу вам Crazy бабушку. Махатму на максималке, сборка не с уроном, захотите с пактом, сделаю вам с пактом, у меня тут разброс, можно поставить пакт 9 и качнуть, но утекание намного круче. Покажу вам просто статы, и вы поймете, что это просто ну, жесткая бабуля, жизни немерено, атаки немерено, отхила немерено, сейчас это все увидите, такая вот сборочка. То есть ничего такого мега там, ну сборка как сборка, уклонение, крит. В общем, вот такая вот у нас бабулька. Поехали в рейд. Я тут один рейд только что побегал. Честно говоря, офигел. Просто, ну, конечно, если нам повезет, сейчас я найду какую-то расу такую, чтобы герои стояли в разброс один на один. Огника шатает. В общем, сейчас все увидите. Так, начнем, наверное, с Фрей, если получится забежать. Посмотрите на отхил, ребят. 269 тысяч отхила. Сейчас ворожей, к сожалению, отхил, видите, режет. И когда он не режет, вот просто жесть творится. Сейчас увидите. Это просто бешено. 270, ребят, тысяч отхила. Это на максималке. К сожалению, тут я сейчас не смогу дальше пройти, потому что, как видите, получается. Хотя сейчас вот Фрейю, сейчас посмотрим, если не, не выйдет. Ворожей. Она выпускает, видите, немножко задеваю, не успею добежать просто. Ну, в любом случае, Фрейя не может ушатать. Вот как-то так. Да. Как вам такой отхил? 270 штук. Надо было начать огника. Ну, огника, понятно. Там смотритель ушатал. Так. Ну, давайте тут попробуем. Может, тут зацепимся. Тут тоже, кстати, есть Махатма. То есть, как видите, это стабильный отхил 269 тысяч. Это благодаря исцелению, конечно же. Но думаю, тут другая бабуля тут не устоит. Так, смотрим. Ну, огник может ушатать. Сейчас посмотрим, как оно получится. Ну, в любом все. Это просто жесть. Ну, по отхилу, я не знаю, единственный вариант, это же говорю, ее там попробовать застанет, заблочить. По-другому вы его просто не убьете ее. То есть огник справится один на один. Сложно ему. Конечно, если его там прокачать на максималку, он, возможно, будет убивать, но все равно посмотрите на то, что она делает. Другой герой такого не сможет однозначно. Вот единственный плюс, то, что огник блокирует ее, кому вводит. Вот это все. Другой герой этого сделать не может. Давайте еще кого-то поищем. Так, ну тут видите, тут героя немножко надо так, чтобы они в разброс были, потому что они все вместе начинают бить. У нее просто плюс смотритель. Вот вроде. Ну попробуем здесь, давайте. Я не знаю, конечно, не уверен. Вы видите, тут просто ушатали воодушки. Против смотрителя, чем больше жизни у тебя, тем все хуже. Такс. Ничего нету таких расстановок, как на китайке. Так, стрелок. Тут видите, тут все, тут надо только так бежать. Сейчас мы на голубя загремся. Не вариант. Такс. Окей, ладно.
Здесь мы тестить не будем, поехали на подземку сбегаем. Посмотрим, здесь ее на подземке. Что она может делать? Ну, она тут однозначно, видите, не сборка на урон, но дамага у нее просто бешеная. Ее просто не успевают убивать даже. Жесть. Знаю, сколько тут дамага. Ну, у нее нету там миллионами, да, но посмотрите на то, как она танчит, когда она включена. Благодаря исцелению тут просто круче любого отхила. Отхил из сути Кахи. Давайте еще попробуем ее на седьмой кошмарке. Тут, возможно, ее сольют. Интересно на это посмотреть. Тут надо дав ей ставить. Эти малышеники замораживают, да, тут сейчас. Хотя, посмотрите, что она делает. Это просто жесть. Мало какие героев там, либо с ограничениями, могут так выстоять. Бешеная, реально бешеная просто. Но ей надо все время бить. Если она не будет бить, ее будут сливать. Сейчас посмотрим. Это crazy, бабуля. Нереальная просто. Ну, видите, застань. Ну, я думаю, что можно пробовать. В любом случае, это 7-10, ребят. Давайте еще разок ради интереса. Магию возьму. Честно говорю, я в шоке, и вы, наверное, тоже с того, что она творит. Она и так чудила, конечно. Но то, что вы видите сейчас, это реально жесть. Давайте начнем отсюда. Кину усиление, ускорялку немножко. Да, с ускорялкой. Представьте, что будет под бафами. Не знаю, какая-то нереальная просто. Я же говорю, ее либо заморозить, либо вот окаменение кинуть. А так, защита от стана и все. Ну все, Ронин подошел. Количество героев. Но все равно 34%. То есть один на один она тут будет выносить любого героя. А, давайте еще интересно посмотреть на 6-10. Просто так зайдем, посмотрим, что она тут сможет сделать. Тут как раз усиление черепа. Ну не знаю, это просто пипец, одним словом. Шок. А, тут все. Жесть. Да. Так, окей. И давайте еще интересно 5-10 посмотреть. Так, конечно, выносить героев без бафов. Так, немножко не ту подземку зашел. Так вот сразу кидаю ради интереса череп. Успеет включиться или нет? А, и успел. Надо все-таки пробовать. Давайте попробуем с другой стороны. Так, чтобы не на него сразу агрить. Вот так вот, ребят. Такая вот бабулька. Можно, конечно, и вместо ангела поставить еще этого панчбокса для урона. Там вообще будет бешено все. Ну, я думаю, этого хватает. Тут лучше дав немножко. Не знаю, мало кто с героев так сможет просто в наглую один на один выходить.
просто жесть. Ради интереса сейчас кину тут ворожая. Вот посмотрите, что с ворожаем. Его просто ушатали уже один раз, а второй раз. А посмотрите то, как она воюет. Разница налицо. А череп все равно включился, видите? Посмотрите, череп даже не пробивает ее настолько. Под скиллом, ребят, этот череп подземочный, который там шатает, блин. Офигеть. Просто офигеть. Честно говоря, я в шоке. Посмотрите, сколько дамага наносит бабулька. Жесть. Ай, чуть-чуть не хватило. Ну, в принципе, видите, да, ну, такого першака, чтобы так прям, да уж, поехали на арену, а, у нас тут топ обновился, к сожалению, ну, окей, поехали. Напрямую бежим, давайте ударьте. Я не знаю, какой тут отхил. Просто его нереально увидеть. Посмотрите, что она делает. Какой там Анубис? Не, Анубис выжил. Капец просто. Да, к сожалению, тут немножко не тот топ. Стоит она себе так отсюда и просто тупо шатает. Ребят, также у меня есть уже Бигфут на максималку прокачанный. Теква тоже. Пишите, кого вы хотите следующим увидеть. То есть есть сборки. Тековка сегодня докачаю. Уже жду Шопен Спре обновление. Где там моя теква? Вот такая вот тековка. Просто бешеная. И есть Бигфут. Тоже вот такой вот. Он уже докачанный на максималку. Пишите, кого вы хотите следующим увидеть. Поехали дальше по локациям. И вот у нас... Блин, видите, тут, к сожалению, нету сейчас топов. Надо подниматься. 361 тысяча отхила. Ну, это, я думаю, не максимум. Тут, наверное, больше отхил все-таки. Мне кажется, что больше. Шок. Это шок, реально. С того, что она делает. Она и так была мега крутая, но то, что она сейчас делает с героями, это просто неописуемо. О, Вольт. Что там еще есть? Тыква. О, ничего себе. Ну ничего себе. Ребята, это была заявка на успех, на победу. Я не знаю, сколько она отхиливает. Но это просто печаль. Я представляю, что если его с пактом собрать и панчбокса поставить. Просто убийство будет. Так, ну давайте еще этого уже зафармим. Ну давай, хоть ты меня убей. Там на одну полоску даже не проседает. Ребят, против Фрея. Я в шоке. Жесть. Так, с этим разобрались. Поехали на забытую.
Бабульку сюда. Райку сюда. Ну, поехали, посмотрим. Вторые эволюции, бабулька против. Да, тут смотритель, он только спасает. И то. Жесть. Просто офигеть. Сейчас бы огника еще найти в какой-то пачке. Тут протестить. Ну, не знаю, напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но это как бы мне просто... дичь полная, причем о, есть какой-то лазуликс. Ну вот лазуля единственное, что спасло. Все, лазуля, конечно, я же говорю, либо заморозка, либо... Ну, ее полностью надо обездвижить. Если она будет бить, все. Че, вы не можете Фрая убить? Наконец-то начали чуть-чуть ее дамажить. Наверное, следующим сделаю этого Асура. Так, поехали дальше. А видите, тут смотритель. Смотрите, что она делает. Я в шоке. Смотритель просто сносит. Офигеть. Да уж. Да, видите, тут чисто из-за смотрителя. Это шок. Зеленый смотритель блокирует. Если бы, конечно, не он, это просто... просто нечто. Да уж. Это слабенькая пачка. Она им сейчас скажет просто до свидания. Ничего себе, смотрите, как держится. Держались точнее, да, все, до свидос. Анубиса разбирает просто на раз-два. О, огник. Блин. А, не дали включиться. Жалко. Ну, видите, смотритель зеленый, блин. Все испортил, к сожалению. К сожалению, все испортил зеленый смотритель. Так, окей. Давайте еще на... экспедиции потестим. Я думаю, мы тут быстренько справимся, так как у нее урона тут немерено. И зонально мы сейчас быстренько всех прошатаем. Ну, отхил, конечно, меня радует. Вот почему я вам всем советую ставить утикаху. Так, ну понятно, тут мы дальше будем долго мучиться. Поехали дальше.
Держится долго. Но убить, посмотрите, сколько. Это просто. Да. Она не проседает даже. Смысла нету сидеть. Это шок. Так, тут я быстренько сейчас пройду. Тут нечего тестить. Блин, огника бы встретить здесь. Было бы, думаю, интересно. Вот видите, окаменение вот это еще спасает против нее. Ничего себе. Ничего себе, они ее прям хотели убить. Ой, капец. Да уж, с такими героями реально не соскучишься. Ай. Поспешил. Так, ну это что-то. Давайте возьмем смену. Ну вот что-то поинтереснее вроде как. Хотя нет, тоже они. Вот, кстати, смотрите, как на хроне сливается на отражалке. Ну Фрейя не убивает, вот это радует. То есть получается у Фрейи не хватает. Просто тупо не хватает урона. То есть. Я в шоке, посмотрите, что делается. Все, кто выходит на пути, просто сливаются. Все, наверное, тут опять та же самая ситуация. Поехали дальше. No comments. Сейчас на последней там расте уже сделаем смены, посмотрим. Так, интересно, что если мы тут так выпустим, сольете или нет? Офигею. Мда уж. О, вот это оно. Это именно то, чего я ждал. Ну давай, оправдай наши все ожидания. Сколько? Мне, наверное, показалось. Короче, вот так вот, ребят. Унизили нас практически на самой последней. Ну, короче, вы все увидели. Думаю, вы и так все поняли. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.